Четвертый день рождения отмечает поселок «Родные просторы», расположенный на Усть-Курдюмском тракте. Праздновать день поселка уже стало доброй традицией у жителей. Каждый год застройщик радует местное население подарками. Например, в прошлом году в поселке появилась большая зона отдыха с фонтаном и детской площадкой. Какие перемены еще ждут жителей поселка, расскажет Анастасия Куклева. С самого утра в центре поселка многолюдно. Под открытым небом за праздничными столами собрались соседи, они же жители поселка «Родные просторы». Поводом для такого торжества стало окончание работ по благоустройству третьей части бульвара, которую традиционно приурочили к ставшему уже ежегодным дню поселка. Праздник здесь каждый год проходит, и каждым годом все лучше и лучше. В прошлом году мы были тоже здесь на открытии как раз-таки вот нашей улицы. Это была, по-моему, третья очередь. А праздники здесь, конечно, очень хорошие. Я считаю, что нужен этот праздник здесь, потому что все собираются, все знакомятся. Тем более здесь еще не все проживают. И как раз таки благодаря этим праздникам мы все здесь знакомимся, узнаем своих соседей. Поселок «Родные просторы» – это в первую очередь качественное жилье, развитая инфраструктура и удобное расположение вблизи Волги. Здесь уже построены 150 домов, из которых заселены около 50. Семья Маляка – одна из тех, кто остановил свой выбор на этом поселке. Глава семейства уверен, «Родные просторы» вне конкуренции среди других коттеджных поселков. Очень долго выбирали по Саратову, где бы можно было увидеть такие условия, где бы поселок соответствовал всему тому, чему мы хотели. Поселок закрытый, можно не беспокоиться о детях, о малышах, которые вот здесь бегают. Помимо безопасности, здесь, в общем-то, существует определенная инфраструктура. Даже вот прогуляться. Есть каштановая аллея с фонтаном, есть детская площадка для детей, великолепная, современная. И вот на сегодняшний день у нас еще открыт прекрасный спортивный комплекс, зона спортивная, где можно уделить внимание своему здоровью. А, в общем-то, здесь много людей, которые об этом думают. Для того, чтобы следить за своим здоровьем, у жителей поселка теперь действительно есть все. Футбольное поле, теннисный корт, совмещенный с волейбольной и баскетбольной площадками. Место для занятий воркаутом, настольный теннис, а также велопарковка. Всем этим жители могут пользоваться абсолютно бесплатно. Создана большая зона отдыха, занимающая площадь более 3 гектаров, на которой высажены 140 каштанов, привезенных из Голландии, газоны с автоматическим поливом, детский игровой комплекс, площадь с фонтаном, которая стала украшением поселка и местом встреч для жителей. По развитой инфраструктуре и обустройству общих зон «Родные просторы» не имеют аналогов. На следующий год, к 5-летнему юбилею поселка, застройщик готовит для жителей еще один сюрприз. Вслед за спортивными площадками на бульваре появится большой летний бассейн. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.